Берат, как Давай, дела, следующий. брат? Все нормально. Ок. Ну, а у А, тебя да? как все? Тоже Нормально. хорошо? Что А я такое? Нет какие фигни? настроения? Да Ну, нет. Все и тебе. нормально. Я Они пришел, загнали думал, меня в такую поговорим, сырую но... яму. И Но у вот тебя, все я так вижу, какие-то нет это. настроения. Ладно, я Деньги пойду со позже мной зайду. Нет, стой, капать. брат. Я устал Ладно, дома давай, скажи. сидеть. Скажи, Выйдем что хочешь куда-нибудь, сделать. посидим. Какие Подожди, я функции? оденусь. Хорошо. Почему вы сюда Понятно. пришли? Мне Не кажется, вы война, не прекрасно знаете, война. зачем я здесь. Послушайте, я не хочу никого расстраивать. Ну и А мы сама просто расстраиваться я вместе тоже не живем. хочу. Все Я знают, в Маля, каких у я меня дочь отношениях с Кемалем. Кемалем. Я вам в Она тот день наша все сестра. рассказала. Нет. Да. В тот Ты не день, когда вы встречала позвали ее меня на сестру. уборку. Вы ведь Кемаль знали, кто влюблен в я, тебя. да? Нет. Да ладно вам. Вы Верю специально меня тебе. позвали, Ты чтобы я моя увидела сестра, фотку с поверь мне. Кемалем. Ты Это моя было маленькая совпадение, сестра. я честно говорю. Я Ты тоже моя вчера дорогая узнала, Аня. что у Кемаля Ты моя появилось мать, Аня. очередное Ты моя мама. развлечение. Прошу вас, Совсем следите за близко ты мне. словами. Как я Ты наш по-другому это разлопанный могу вечер. назвать? Мой Еще одно будущий муж убийство и изменяет мне провал. с вашей дочерью. Что есть, то Мам, есть. Но мы моей дочь можем тоже договориться? обманули. Она сильно расстроилась, Чего ей было тебе надо? больно. Никому не Ничего, было ты так сильно никогда больно, ничего не как мне. ломаешь. Хорошо. Такие Моим Аня, прецеденты у ты моя Кемаля до чумовая этого тоже дочь, были, она я вам хочет меня. рассказывала. Но то, что это И случилось в хочет снова преддверии всех. свадьбы, меня Хочет это также очень меня. ранило. Так еще и Это какая вчерашнее поведение глупенькая. ваших дочерей Мы тоже очень рядом грубо были в нашли ребенка. высказываниях. Еще Вы, не узнав одно правды, объявление. очень Какой грубые такой вещи еще? говорили. Я имел на это Какой? право. Потому что тут Кого ты кое-кого предаешь? предали. Он Меня. обвинил. Теперь Чему прошу он вас, скажите тебя своим дочерям, сожалеет? чтобы оставили Брат нас в матери. покое. Ой, Зря вы брат, пришли прости меня сюда. тогда. Мои Я дочери не никогда на свет связываются тебя с такими, обижу. как вы. Он Поэтому также ваша дочь мечтал помнить прилипла о к моему Дунхэ Юэ. Кемалю. О чем А она ты, моя мечтала? Летиса, Следите за долгая жена словами, и вся в иначе белом коне. что? Вы Ты еще не ничего не знаете, кто я умеешь, такая? Кемаль. Я дочь из Ты очень как сильной и маленький влиятельной Айнг семьи. Вила. Как Ты сильно вы как маленький бережете Раку своих Мюн. дочерей? Моя А семья я бережет не меня раз Онг в 10 Чхо Юн. сильнее. Поэтому оглядывайтесь по Моя сторонам, когда дочь. идете по улице. Выйдите из моего дома. Больше всего это Летиса, касается как ты вашей младшей смеешь? дочери. Если Моя она дочь, я попытается запрещаю что-то тебе сказать говорить. Кемалю, Не опять будет блажь мои лезть в дела, наши Мирай Хэ. отношения, я Не такое моя с ней пижама. сделаю. Я Пожалуйста, так выйдите тебя из не дома. вижу. Не Ты думайте, как что я маленькая шучу. Онвин. Я могу уничтожить Маленькая всю вашу Онвин. жизнь. Конечно, если Мага это можно пять. жизнью назвать еще. Да, я тоже совсем не поняла всего этого. Завтра свадьба, столько дела. Сегодня сказали не приходить. Хорошо, я вечером заскочу к тебе. Хорошо. Боже мой, она-то что здесь забыла? Спасибо тебе, Самоубийца. Бахар. Пей на здоровье. Спасибо, Да. сестра. Вчера в деревне какие-то крики были, вы слышали? Думаешь, мы не слышали? Эти крики доносились из нашего дома. Кемаль и его будущая жена Хандан ворвались к нам домой, в Кадер. Как же так? То есть Хандан знает, что Кемаль с тобой встречался некоторое время? Знает. Вместо того, чтобы ругаться на Кемале, она к нам пришла, психопатка. Кадер, хватит. Я что, обманываю, что ли? Откуда ты знаешь? Может, она отчитала его? Нет, сестра.
Она не из таких людей, которые могут спокойно выйти и отчитать своего будущего мужа. Это понятно по тем выходкам, которые она совершила. Каким выходкам? Да нет ничего, это кадр просто себе навыдумывала что-то. Ну же, сестра, ты разве не опаздываешь в школу? Иди готовься. Ну ладно, сестра. Послушай, Бират, если ты не обидишься, мне нужно будет отнести сладости. Хорошо, дорогая, хорошо, я тоже пойду, увидимся. Спасибо, брат. Ты говорил, состояние не все в порядке, что такое? Да, так, это связано с домом. А у тебя у самого-то как дела? У меня? Нормально все. К лету у нас Хандан будет свадьба. Вот как? Поздравляю. Ну, то есть, и для тебя, и для Бахара это самое правильное решение. Знаешь, Бират, Бахар меня не волнует. Но ты все-таки ее друг. Ты хочешь, чтобы у нее все было хорошо. Но она не будет счастлива, сразу говорю тебе. Почему? Она хороший актер. Она хорошо показала влюбленность. Таких людей нужно бояться, брат. Они и себе, и другим навредить способны. Ну а как Хандан? Нормально. Она вполне счастлива. И она заслужила быть счастливой. Хорошо, я рад. Бират, сынок, ты дома? Заходи, мальчиком, и тут. Боже мой! Боже мой! Добро пожаловать! Ну не вставай, сынок! Не вставай! Рад тебя видеть, Назош! Сынок, что ты сегодня делал? Да ничего, вот с Кемалем разговаривали. Надеюсь, дома нет никаких стрессовых ситуаций? Нет, Назош, все нормально. Ну хорошо. Кемаль, сынок, госпожа Хандан сегодня тоже должна была прийти? Хандан? Нет. Ну... Я просто недавно видела ее здесь, и тебя здесь увидела. Боже мой. Может, ты обозналась? Нет, честно, я видела ее. Ну, как-то так, да. Слушай, Назош, ты уверен, что видела Хандан? Что ей делать в деревне? Я тоже была очень удивлена, сынок. Может быть, я действительно обозналась? Но она была очень похожа. Да, конечно, она, наверное, ошиблась, да. Ну, наверное. Ладно, я пойду, занесу это к Бахар. Ей очень плохо, он выпьет, я думаю, ей полегчает. Как это ей плохо? Ну, не знаю, дорогой, внезапно с ней что-то стало происходить. Она очень уставшая, без настроения. Как не вижу ее, она постоянно грустит. Простудилась. Мне кажется, дело тут в другом. Конечно, она не из тех людей, однако... Ладно, матушка, все мы поняли, иди отнеси. Давай, иди, ей полегчает. Ой, ты смотри, тоже не даешь мне тут поговорить. Ладно, пойду отнесу. Подожди, Назош, я вместе с тобой выйду. Ну подожди, я же еду хотела поставить. Нет, спасибо, Назош, не надо. Тогда я с вами выйду. Бахар? Подожди. Привет, тетя Назира. Бахар, я принесла тебе лекарства, травы. Ты опять еще не открыто оделась. Нет, тетя Назира, я уже выздоровела. Да, ты так говоришь, но лицо у тебя бледное. Пей давай. Ладно, тетя Назира. Спасибо огромное, пока. Назош, увидимся. Увидимся, брат. Это начальник. Алло. Я, пожалуй, пойду домой, тетя Назира. Бахар, послушай, у тебя что, на личном фронте проблемы? Или тебя кто-то обидел, что ты постоянно плачешь, а? Нет, тетя Назира, откуда ты вообще все это берешь?
Тебе забрать потом? Или ты сама вернешься? Мелисса освободится, и мы домой поедем. Я утром звонил тебе, ты не ответила. И дома тебя не было. Ты где была? Я на шопинг ходила, не слышала. А что такое? Да так, просто переживал. Ты сразу переживаешь за меня, да, любимый? Это парень Бахар. Ну что ты, Бахар? Давай, приходи. Мы давно не виделись. Слушай, Тесбан тоже хочет, чтобы ты пришла? Кирием, дорогой, у меня нет настроения. К тому же уже поздно. Ты передавай привет, Кизман, хорошо? Хорошо, я передам, Бахар. Увидимся, береги себя. Увидимся. Это был Керем? Нравится мне этот парень. Когда у тебя сложный период, он всегда тут как тут. То есть как? Ну, я не сказала тебе. Помнишь тот день, Кемаль пришел сюда, что-то говорил и очень обидел тебя? Ну, в тот день Кемаль увидел вас с Керемом вместе в машине. Он пришел ко мне и спросил, кто это. Я сказала, что это твой парень. Извини, ты меня с кем-то спутал? Ты парень Бахар? Кадер! Не пойму, сестра, чего ты такая сегодня злая? Вот зачем это надо было, Кадер? Зачем это надо было делать? Ну и правильно, когда он увидел, что вы встречаетесь, он очень разозлился. Я сейчас подумала, почему он так разозлился, когда узнал об этом, а? Кадер, какая разница? Но если бы ты не была ему интересна, он бы так не разозлился, понимаешь, да? Кадер, опять мы возвращаемся к тому же. Ну хватит тебе, говорю же, хватит. Сестра, ты, кажется, не хочешь меня понять. Хандан вас разлучила своими играми жалкими. Кимон любил тебя, он хотел построить с тобой серьезные отношения. Серьезные, нет, какая разница? У него скоро будет свадьба, понимаешь, свадьба? Пока у него была она, он говорил мне, что любит меня. Они помолвлены. Давай мы эту тему закроем, Бахар, а? Да мы разговариваем, мам, что такое? Послушай, Кадер, особенно это касается тебя. Вы будете держаться подальше от Кемаля и от этой Хандан. С чего ты взял, что я парень Бахар? Я видел вас. Что это значит, Керем? Кемаль, Хандан. Нас никто из них волновать не должен. Пусть живут себе. Я не права, Бахар? Конечно, ты права, мама. Послушай, Кадер, если ты попытаешься что-то там сделать, пойдешь и опять начнешь лезть в их отношения, не пожалею тебя. Слушай, матушка, я все поняла. Но почему ты сегодня такая психованная? За словами следи, Кадер. Я сказала, что хотела, хватит. Ты будешь держаться подальше от них. Боже мой, а? Нет-нет, дорогая, кажется, он неправильно понял. Нет ничего такого, а? Мы с Бахар просто друзья. К тому же, где это ты нас увидел? Но сестра Бахар так не говорит. Что? Извини, а кто ты? Я Кемаль. Ты сказал Кемаль? Да. Бахар про тебя рассказывала. Ты ее обидел? Я ее обидел? Как же? Что она тебе рассказала? Друг мой, ты иди и с Бахар все это обсуди. Мы с ней просто друзья. Всегда было так. И это не изменится уже. Она соврала мне? Но почему? Слушай, я говорю тебе, иди поговори с Бахар. Все, удачи. Дорогая, пойдем, мы опоздаем. Почему, Бахар?
Почему?